Всем привет! Прибыл на берег Дона. Планирую половить рыбку. Жара, конечно, страшная. Солнце палит. Ну, нам не привыкать. Сейчас замесим прикормочку. Хорошо лепится. Такая вот. Ну вот удочки уже стоят, теперь ждем поклевки. А вот и первый карасик. Да. Нет, ваниль. Сосед интересуется, на что поймал. На какой бойл. Thank you.
спокойно. Оторвал. Все оторвал. Да уже вот, да нет, тут сошел, сошел у самого берега. А вода падает на глазах. Вот я пришел, вот те камни в воде были, вот эти три. Уже вон они, видишь где, а были в воде полностью. Так, уже вечереет, солнышко село. На той стороне еще солнце освещает ту сторону, а это уже все в тени. О, клюет, клюет.
далеко. Хороший экземпляр. На вот это, на тот. Клюет. Опа, иди сюда. Да. Она сейчас повечереет, она ближе подойдет. Вот, много классов поставьте, пожалуйста. Много классов поставьте. Ну вот, а ты говоришь, лови, сейчас уйдет. А класс поставьте, если не упадет. Видишь, черви я поставлю, только на черви. Ты дальше кинул. Это опарыш маленький, как он называется? Ты опарыш. Опарыш, да. Дальше кинул, да? Уже солнце совсем село. Ну, еще видно. Вот, сосед поймал карася. Вот, по-моему, тоже клюет. Ничего нету. Ну, не совсем ничего нету. Мелочевка. Мелочевочка. Ну все, наверное, на этом буду закругляться. Еще останусь немножко половить ночью. Но ночью уже снимать не буду. Все равно ничего не видно будет. Поэтому всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока. До новых встреч.